Что это, блядь, такое? Are you a Roblox fanatic? Microsoft Rewards. Какой Roblox, блин? У меня хуйня выпала, ебаная. Hello everyone, this is your daily dose of internet. А, здорово. Этот парень обнаружил, что он может высушить свою машину водой. Как ты можешь видеть, все капли воды на машине удаляются водой из шланга в качестве доказательства. Это бумажное полотенце полностью сухое и не впитало никакой воды. Нихуя. Идешь за покупками. Да, что случилось? Как вы думаете, ребята, что здесь происходит? Ага. На стол, а потом на воду? Это волшебство. Кто-то просматривал записи с камер наблюдения, когда увидел, как какой-то парень проехал мимо их дома, остановился, а затем поехал задним ходом. Оказывается, им так понравились машины на подъездной дорожке, что им нужно было присмотреться повнимательней. Этот человек был заперт в своем доме, поэтому они попытались заставить свою кошку открыть его изнутри. Я знаю, что ты можешь это сделать. Продолжай пытаться. Да? Да. Бля, сука, хавает, блядь. Это коза? Теперь мы на зеленом поле. Я получил 4 хороших ответа прямо здесь. Этот человек говорит, что является самым проблематичным. О ком ты думаешь? О боже, прости. Эта собака отказывается давать какие-либо высокие пятерки, если ты не дашь ей доллар. Высокие пятерки? Дай ему доллар. Он не сделает этого, пока я не найду этого парня, который может сломать 3 бейсбольные биты одновременно. Что, блядь? Нихуя! Этот парень использовал шлифовальную машину, чтобы нож исчез. Ну, делать ему нехуй. Жесть! Эта семья застукала свою собаку, включающий телевизор, а затем садящийся смотреть. Это конец этого видео. Я действительно надеюсь, что тебе понравилось, и я увижу вас, ребята. Хуя пресс, блять. Так, что там? 37%! Да вы охуели! Снова очень-очень скоро. Позже. Позже! Hello. Эй, блять! Hello everyone, this is your daily dose of internet. Доза интернета. Шина на этом грузовике оторвалась в самый неподходящий момент. Да, посмотрите на эту шину. О боже мой. О, ебать! К счастью, никто не пострадал, потому что шина проскочила прямо над ними. Чё, блядь? Ебать. Эти люди были в океане, когда молния ударила в их лодку. Самое невероятное, что никто не пострадал, но их лодка действительно сломалась и перестала работать. Хорошо, он похож на десятку, но его брови похожи на маленькие точки на голове. Чё, блядь? Где Rocket League? Забаньте его нахуй, долбоёба спамящего в чат. Ясно. Я нашел жука, похожего на попкорн с ножками. На самом деле это нимфа-прыгун, и этот маленький парень был найден в Японии. Они не только выглядят как попкорн, но и лопнут как попкорн, если вы их напугаете. А! Что, блядь? На нахуй. Этим людям пришлось разработать тщательно продуманный план, чтобы поймать свою собаку и искупать ее. На самом деле понятия не имеет, что за ним стоит. Вот что происходит, когда вы кладете деревянную линейку под газету. Атмосферное давление позволило газете удерживать линейку ровно. Давайте сделаем это. Посмотрите на это. Он сломался. На квадратный дюйм приходится около 15 фунтов силы. Что это значит? Нихуя! Ой, ебать! 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 Чувак, кто вы такой? Ебать! Что вы делаете? Ебать! Ебать!
Ебать! Эти люди спускались на лифте с Эйфелевой башни, когда это произошло. Что? Уля-ля. Это конец этого видео. Я действительно надеюсь, что вам понравилось, и я увижу вас, ребята, снова очень-очень скоро. Позже. Бля. Пойди нахуй со своей рекламой. Так, что там, сколько там? Пиздец, блядь. Мы больше времени потратим на скачивание этого говна, нежели чем на саму игру. За интернет. Клиент высмеял этого парня после того, как узнал, что ему приходится задерживаться на работе часов на 5 и идти в кондиционер, где я могу отдохнуть и начать встретиться и поиграть в игру. Ты сказал, что собираешься куда-нибудь. У этого человека была строительная бригада, работавшая над чем-то у нее во дворе, когда они подошли слишком близко. Ты мог в Стиме скачать, она у тебя в библиотеке есть, наверное. Здесь 3 минуты всего. Приготовься увидеть все больше и больше таких штуковин на дорогах США. Правительство США только что дало зеленый свет, чтобы позволить этим автономным самоходным грузовикам свободно передвигаться по дорогам. Нормально, я увижу эту хуйню, наверное. Ну я дайчу. Как тебя зовут и чем ты занимаешься, Карл? Если я угадаю первую букву твоего имени, я получу твои часы. Первая буква моего имени. Да, я получил твои часы. Ты собираешься это сделать? Да, это Си, это так? К. Нет, это не так. Это определенно так. Это не так. С. Что заставило тебя сказать? Что я думал, что тебя зовут Карл? Где ты это взял? Этот парень нашел белку, которая застряла в его бассейне, поэтому он спас ее. Ты можешь видеть, насколько измучена была белка, потому что она практически сразу же засыпает. Боже милостивый, ты в порядке? Ты выглядишь неважно. Ты собираешься жить? Я в порядке. Давай просто посмотрим, как это исчезнет. Готов? Полиция пришла, чтобы арестовать этого парня, который прятался в гостиничном номере. Но вместо этого у него были другие планы. Ты просто продолжай выкладывать свое, не напрягайся. Не напрягайся, чувак. Куда ты идешь, чтобы поздороваться? Привет. На случай, если ты не знал, пилотам авиакомпании нужно быть осторожными при использовании поляризованных солнцезащитных очков. И чё? Это конец этого видео. Чё, я действительно надеюсь, что тебе понравилось, и я очень скоро снова увижу вас, ребята. Позже. Позже. Так, а это мы видели. А это мы не видели. This pride we're all gonna come through for the next generation. Create a short and show support for LGBTQ plus youth. Какой нахуй? Create with the hashtag YouTube Pride Challenge. YouTube will make an additional donation to the Trevor Project. What the fuck, блядь, что ты мне рекламируешь вообще? Вася, Вася! Hello, everyone. Подожди, там вроде скачалось. Да ёп. This is your daily dose of internet. Я нашел одного парня, который любит собирать эту запрещенную каменную лапшу. Эти вещи на самом деле являются внутренними окаменелыми формами раковин улиток. Раковины улиток выглядят вот так, но они наполняются осадком, а затем окаменевают. Затем скорлупа отламывается, оставляя эту каменную лапшу. Этот парень нашел полезную технику, чтобы получить последний кусочек кетчупа. Парень ударил его твистером. Потолок. Этот парень опоздал на урок, и профессор попытался застать его врасплох, спросив, каков правильный ответ для этого уравнения. Вы сказали, что вы решаете? Это хорошее предположение, потому что оно правильное. Откуда вы знаете?
У этого парня, похоже, лучший день в его жизни. Я играю в Fortnite. Я получила свои роллы с пиццей. У меня появилась новая девушка, которая сейчас потрясающая. Еще в 2011 году мощное цунами опустошило Японию. Японская береговая охрана сняла на видео, как их корабль преодолевает то самое цунами, которое направлялось в Японию. Ебать. О, бля. Супер храбрая собака защитила этих детей от злого вакуума. Я не собираюсь причинять им вред, остановитесь. И их собака была достаточно умна, чтобы использовать диванную подушку в качестве щита. Вау. Вы серьезно? Вот временной интервал Google Earth, показывающий, как изменилась береговая линия Дубая за последние 30 лет. Нихуя. Я нашел парня из спортзала, который освоил физику. Это конец этого видео. Я действительно надеюсь, что вам понравилось. О, и я увижу вас, ребята, снова очень-очень скоро. Позже. У меня в чате какой-то дебил опять спамит капсом, что работать не будет. Спасибо за информацию, но на кой хуй ты спамишь?